13 ноября во всем мире отмечают Международный день слепых. В преддверии этой даты в Таразе состоялось праздничное мероприятие. Тему продолжит Риналь Рахматуллин. В ноябре в мире отмечается Международный день слепых. Эта дата призвана привлечь внимание общества к тем, кто навсегда потерял зрение и оказался в трудной жизненной ситуации. Одной из важных задач государства является содействие и участие в профессиональной, социальной, педагогической реабилитации и интеграции лиц с ограниченными возможностями. Данное же мероприятие нацелено на привлечение должного внимания к особенным людям. Со стороны государства людям с ограниченными возможностями оказывается поддержка. Как вы знаете, в городе функционирует библиотека для незрячих и слабовидящих граждан. Неплохие результаты достигаются и на спортивных состязаниях. Я хочу поблагодарить вас за ваш энтузиазм и пожелать всего самого наилучшего. Члены нашего общества показывают свое мастерство, свою культуру, получают грамоты. И мне кажется, это прекрасно, что люди, несмотря ни на что, радуются, танцуют, смеются и также параллельно работают, приносят какой-то успех в нашем обществе. В настоящее время в областном филиале Казахского общества слепых насчитывается более 900 человек. В ходе концерта члены данного общества исполнили песни и танцы. Благодарственными письмами были награждены неоднократные призеры чемпионатов и Кубка Казахстана.